Ребята, сегодня к нам приехал известный боец, он блогер, Чуршанбе. Он приехал к нам для того, чтобы прокачать выхлоп на своей машине. Собственно, мы здесь подобрали ему оптимальный по звучанию звук, подобрали насадки уже под обвес, которые мы сделали в другой компании. И давайте посмотрим, что же именно тут установлено и сделано. Вадим, заводим. Не громко ли это будет? Вообще. А убери, давай без баны. Без банки лучше. Да. Просто тут единственное, что без банок это гул будет. Резонанс в салоне, который будет напрягать. Хорошо. Что-нибудь такое прям есть? Кричащее, орящее? Кричащее это можно было прям без банки сделать. Но это для этого, только для видео. Ездить сложно будет. Можешь под ней встать. Мне кажется, вот что без банки машина и так куда лучше кричит. Хотя нет, вот это прикольно. Самый мощный какой-то. Самый мощный это вообще без всего. Давай. Может вот это. Да, вот этот. Именно вот этот вариант, вот он громче. Можно черный, можно пром. Можно нет, вот двойные такие. Не подойдут. Нет, двойные не подойдут. Мы обычно, если там понравилась какая-то двойная, мы просто разрезаем ее по одной ставим. То есть можно выбрать все, что угодно, да? То есть можно черный. А они чем друг друга отличаются? Они форма. Размер, только форма и. Размер сам. Ага, ну да, это само с собой. Да, соответственно. Я имею в виду про какие-то. Звуковые характеристики не меняются. А, все. То есть здесь как бы эстетический вид сзади. Стиля вот подобрать можно. Какой, да, какой необходим стиль, да. Окей. То есть, если нужно, чтобы они выделялись, это проще на машине, на самом деле, все смотреть. Просто я показал то, что у нас есть в принципе, да, то есть стеллажи. Ты что хочешь? Варианты возьмем и посмотрим на машину. Да. Все возможные варианты, да. Нормальная может быть. Мне кажется, нужен отсюда ракурс. Алло. Конечно, нужно вот отсюда встать, можно подальше, да, можно да, поближе да. подойти, да, потому что здесь как бы нужно полностью понимать, как да. гармонично она смотрится. И если сравнить вот, да, да, и если сравнить ту, например, с этой, да, то ну, как бы сразу понятно будет, что машина без тюнинга, машина с тюнингом. Полностью. Черная. Матовая. Ну да, тогда, наверное, черная. А вот такие будет. Детали будут золотого цвета. Золотого? Да. Золото. Вот эти вот. Вот эти, да. Да, да, но это будет тема. Кстати, вот эти от перегрева на машине, они бывают. Что? Нет, не сюда. Если только вот так. Не, к сожалению, здесь будет греть пластик, и это плохо. А, да. Поэтому, ну, чуть меньше, но, собственно, по сравнению с черный той, вариант. Есть еще вариант черный без скоса. Да, то есть они не скошенные, а прямые будут.
Тоже интересные. Сейчас подставлю, просто чисто посмотреть. Они без коса, они более агрессивные. Вот эти? Да, да. Все, берем эти, да? По вылету, по глубине, вот они... Да сколько можно их вытащить сюда? Сюда? Вот, да. Вот сюда. Ну, вот так вот можно. О, вообще в кайф. Ну, мы поставим, наверное, вот где-то вот так вот. Да, тут пластик немножко мешает, его надо будет снимать, но это уже наша забота, мы его будем снимать. Нам рассказывали. Вот. Собственно, наверное, вот... Вот, да. Как-то вот поле чуть-чуть вот так можно сделать? Это легко можно сделать, но это просто не очень органично тогда будет смотреться. Просто если издалека посмотреть... Давай я сейчас издалека посмотрю. И нормально. Не, можно просто. Я бы на самом деле, если делал вот, да, по, да, по да, вот да, этой да, части, да, она да. бы смотрелась прям весьма неплохо. Отлично. Да, согласен. Умных людей вместе сходятся. Так, ну что, выбрали насадки, выбрали звук. Угу. Собственно, теперь наша работа. Что, посимпатичнее стало, да? Итак, ребята, первая половина трассы осталась штатная. Вот от задней балки мы все срезали, полностью развели на две стороны трубами из нержавейки, поставили два глушителя, они довольно агрессивные, вместе с тем не будут глушить в салоне, и дополнили это все такими черными насадками. Собственно, под обвес это все выбиралось вместе с чершанбе. Вместе с ним мы выбрали звук, вместе с ним мы выбрали те насадки, которые ему понравились больше всего из большого ассортимента, который у нас есть. И сейчас мы все вместе пойдем заценим звук и, конечно же, узнаем, понравилось ему или нет. Привет. Она не должна. Теперь понятно, что я иду. Вот смотришь на него, да, сзади, и понимаешь, что слово «сучка» придумано именно для нее, да? Как думаешь? Красивые слова. Да. Хорошо сказано. Чершанбе, только что прокачали твою тачку, твою любимую Камри. Ага.
Скажи, пожалуйста, твое первое впечатление, каково это? Брат, очень хорошо, очень красиво смотрится все. Очень красиво. По звуку. Мы попали или все-таки тебе хотелось еще каких-то? Ну что человека? Я хотел, все четко. Отлично. Это то, что я хотел, да. Просто чуть-чуть звука нужно было добавить, а то она немножко, как сказать, она не так чистая. Но сейчас уже все четко. Скажи, пожалуйста, ты гонять любишь? Ну как сказать? Прям. Да? Нет. Нет? Нет, на камеру нет, да? Можно ли сравнить адреналин в бою и адреналин, который ты получаешь, когда ты едешь быстро? Нет, я... Тот адреналин, который я получаю, скорость в боях, как обычно. То есть бои — это твоя жизнь, да? А тут ты едешь... Бои — это естественно, это моя жизнь, но типа адреналин, то, что получаешь там и тут, ну, типа тут и там, это две разные вещи. Так что как-то вот так. Понял. Я больше за скорость почему-то, может мне вообще поменять свою эту... Я ему за сколько предлагаю. Жизненный путь может поменять чуть-чуть. Вместо боев стать автогонщиком, да? Успехов тебе в боях, только побед. От души, души. И удовольствие от выхлопа. Рада тебя здесь видеть у нас в тюнинг-студии. Я, может, заеду, что это первый подход на нашу встречу. Может, я через день, там, через два погромче что-нибудь захочу. Без вопросов. Еще обратиться. Без вопросов. Мы рады всегда тебя видеть. Если хочешь громче, будет громче. Если хочешь побыстрее, будет и побыстрее. Будете побыстрее. Вот это тоже можно будет задуматься и подумать. Хорошо. Вот так, так что спасибо вам огромное, если что. На связи будем 24/7, как говорится. Все, от души. Счастливо.